в первом матче чемпионата мира в первой сессии 70. Играли друг против друга Джао Синту и Джоан Кларк. И именно китайский игрок начал атаку в стартовом фрейме. И за один подход сразу же серии 98 очков 69. Оформил победу Джао Синту и вышел вперед в этом матче. Во втором фрейме прошел китайского игрока дальний удар. Сумел он раскрыть позицию. И простыми ударами вел эту серию Синтун. Удалось набрать 57 очков, но ошибся Джао на красном шаре. И начал свою погоню Джейми Кларк. Но набрал он лишь 16 очков, и второй фрейм также остался за Джао. В третьем фрейме повел свою атаку уже Валис. И хороша была позиция. Однако неточный выход, и набрав 35 очков, Кларк ошибся, оставив красную около лузы. Джао начал свою погоню. Очень быстро он догнал Кларка в счете и вышел вперед, и один подход удалось ему серии 73 очка сделать счет в матче уже 3-0. А в четвертом фрейме прошел данный удар уже и Джейми Кларка. Правильный подбой. За два подхода набрав 51 очко, ошибся валиц. Джао появилась возможность повести ответную атаку, однако дальний красный забить ему не удалось, и валиц размочил счет в матче, идя на перерыв при счете 3-1. После перерыва вновь валиц повел атаку, но ошибся на дальнем ударе, набрав лишь 14 очков. Джао блестяще провел дальний удар, повел серию. Действовал он в открытой позиции и сделал первую сотню на этом чемпионате мира, 109 очков. 52. Точно провел дальний удар Джейми Кларк, но ошибся при игре в левый угол и отдал позицию своему сопернику. И Синтун в ней не сплоховал, набрал 78 очков и увеличил перевес в матче уже до 4 фреймов. В седьмом фрейме вновь точен был в дальнем ударе Джао Синтун. Провел он подбой, получил хорошую позицию и сделал уже вторую сотню в этом матче, на этот раз 103 очка, а счет стал 6-1. 73, 89. Okay. You can play in the frame.
That was Inter. Ну, Джейми Кларку обязательно нужно было брать очередной фрейм. Но повел атаку Синтун, однако забить синий ему не удалось. В своем подходе Кларк действовал здорово, сделал первую полусотенную серию свою в этом матче. 67 очков и счет стал 6-2. Нужно было брать Джейми Кларку и заключительный фрейм этой сессии, чтобы уйти на большой перерыв при счете 6-3. Однако повел атаку Синтун, и позиция была непростой, но за несколько хороших подходов удавалось ему набирать очки, и завершил он девятый фрейм в свою пользу, а счет сессии итоговый 7-2 в пользу Джао Синтуна. Wow. Джао Синтун 4. 5. Джао Синтун 5. And the first. В матче у Джао Синтуна и Джимми Кларка счет после первой сессии был 7-2, и во второй сессии вновь повел атаку Синтун после ошибки Джимми, и за один подход серии 88 очков удалось Синтуну выиграть очередной фрейм. В 11-м фрейме вновь повел атаку Джао. 23. Действовал уверенно и в отличной позиции. И вновь за один подход, на этот раз в серии 82 очка. Выиграл он фрейм, и счет в матче стал уже 9-2 в пользу китайского игрока. Повел атаку Джао и в 12-м фрейме. Ну, уже понятно, что матч стал чистой формальностью. Раскрыл он позицию. Но выйти на черный не сумел. Кларк провел отличный дальний удар. Отправил он красный шар в глубь и повел свою серию. Но продвинуться дальше 19 очков он не смог. Синтун также допустил ошибку. Но и тут сплоховал Кларк. И фрейм, как и матч, остался за Джао Синтуном. Уверенная победа китайского игрока со счетом 10-2. Nine. Bow. Doesn't on nine. Seven, seven. Seven on that. Doesn't on.